Алейкум ассалям. Сейчас 23:28, я планирую сегодня лечь спать пораньше, час ночи, ну хотя бы попытаться. Блин, я так хочу поки, а я его смогу покушать только во вторник, когда поеду в Москву после экзамена. Ну ладно, так, откуда ты такая офигенная мать? Ну как откуда, радость моя? Из маминой пи***. Обращают ли внимание на прыщи на попе? Малышка, их можно вылечить. Если тебя смущают прыщики на попке, в чем проблема? Прижги их просто салициловой кислотой там. Что за фильтр был? Фильтр из приложения PixArt. Вот этого. Лучший друг позвонил, сказал, надо перестать общаться. Его девушка думает, что я его уведу. Почему я, с одной стороны, на твоей стороне? Потому что это дружба, это то, что складывалось годами, да. Любовь — это такое чувство приходящее-уходящее, да. Ну, как бы, нельзя так отказываться от друга, тем более, если вы реально долгое время общались, и, ну, и не мутили, вот. Но теперь мы переходим к девушке. Почему так вообще произошло, и почему он с тобой порвал, да, как с подругой? Возможно, ты вела себя некорректно, я не знаю полностью ситуацию. Там, как ты с ним флиртовала, да? Или, может быть, у вас был, типа, кекс по дружбе, что-то типа такого, пососаться по дружбе. Может, вы когда-то встречались, начали дружить. Потом, может быть, еще такое, что он, ну, просто видит важность своей девушки, он не хочет с ней что-то там выяснять, разбираться, она ему дороже тебя. И он просто решил, как бы, пойти ей на уступки. Какой мой любимый знак зодиака? Я не делаю отсылку на знак зодиака. Близнец плохой, козерог злой, эгоистичный скорпион, бледун лев. То есть у меня нет таких акцентов. Но зачастую люди подтверждают то, что написано в астрологии. Я не говорю, что вы должны в это верить и так далее. Просто в моей жизни действительно есть совпадения такие. Я хотела узнать твой рост и вес. Вес я свой не знаю. Я последний раз вешалась года два назад. Я думаю, 70 килограмм я точно вешу. У меня рост 1,76 м. И то 1,76 м мой рост был 2 года назад. Я думаю, я сейчас 1,78 м, если не больше. Я высокая достаточно. У меня вот парень бывший был 1,80 м. Мы с ним почти одного роста. Мне даже кажется, что я 1,80 м, если честно. Женя, что делать, когда у тебя есть лучшая подруга, которая тебя использует как второй вариант? Это очень грустный момент. Я думаю, что с такими подругами это вообще не подруга, с ней нужно прощаться, потому что это отвратительно. Жень, считается ли предательством, что подружки поехали гулять без меня, зная, что я хотела с ними? Да. Просто тебя кинули. Где обычно покупаешь одежду? Мне все равно, где покупать одежду. Могу себе позволить даже, в принципе, одеваться в ЦУМе. Да, это, конечно, будет, ну, так ударит по моему бюджету, в плане том, что я коплю деньги, я хочу много чего приобрести, и если я буду одеваться в ЦУМе, то я просто ни на что не накоплю. Мне придется брать кредит, а я категорически против кредитов. Никаких кредитов, никаких обязательств нет. Но так я покупаю то, что мне нравится. Где угодно я могу приобрести. Если мне понравится кофточка от Шанель, я ее куплю. Я сейчас еще одну кофточку, блин, которую я не могу ее найти уже около года. Тут, короче, написано Шанель золотым. Но это все выглядит не как бабка с базара. И вот такая вот белая кофта, она такая оверсайзная. И могу также купить что-то в Селе, Бершке, Страдивариусе, где угодно, типа Монки мне очень нравится. Как не стесняться знакомиться с новыми людьми и чувствовать комфортно себя рядом с ними? Ты не сможешь перешагнуть через себя, если ты стеснительный человек, поэтому, ну, я считаю так, что если ты действительно будешь заинтересован в знакомстве с людьми, с новыми, и вообще будешь заинтересован в общении с людьми, то у тебя не возникнет никаких проблем с людьми. Ты за равноправие в отношениях? По моему мнению, мужчина все-таки должен быть немножко сильнее, но это должно проявляться, я сейчас скажу в чем. Сильнее в том плане, что просто я могу на него рассчитывать. У меня, к сожалению, ну, не было такого мужчины в моей жизни. Биологический отец, человек, который вкладывался только в себя, и ему было все равно, там, где я, с кем я, что я. Он любил только доебываться до меня. Ну, собственно, как и отчим. Поэтому я бы хотела, чтобы мой мужчина, чтобы он заботился обо мне. Ну, чтобы он там спрашивал, как у меня дела. Блин. Чтобы покупал мне мою любимую водичку детскую. Потому что я не люблю другую воду. Налюбоваться не могу на брови твои. Ты что-нибудь делала с ними? Нет, мои брови, все.
мани. Как перестать загоняться очень сильно за каждое свое неправильное действие? Ты обычный человек, который имеет право на ошибки. Это нормально, мы все совершаем ошибки. Почему у меня растяжки на груди? Это нормально? У меня нет растяжек на теле вообще. У меня целлюлик есть на ляшечках, да. При свете, при плохом освещении, очень хорошем, точнее, освещении он виден, но... Кстати, к слову сказать, меня спрашивали, кстати, по поводу вот целлюлита. Я хочу сказать, что я считаю все сексуальным. Да и я его не замечаю как-то, я на нем не акцентирую внимание. Мне больше акцентирую внимание на других частях своего тела. Например, как выглядит моя попка в этих трусиках. Было ли такое, что в школе палили за тем, что куришь? Да, я, короче, курила айкос в туалете перед дополнительными. Ну, вот уроки заканчиваются 2, я, короче, час кушала, делала ДЗ и шла, типа, на урок. И вот я, короче, стою, курю такая айкос в туалете. Заходит технологичка, она у нас вообще психичка, она прям не такая, вот такая женщина. И она, короче, мне такая говорит, ты чё тут куришь? Я говорю, нет, я напукала. Она такая... Я чё, по-твоему, дура, что ли? Я что, не знаю, какая айкос воняет? Я говорю, я реально пукла. Так, мои хорошие, надеюсь, вам понравился этот вопрос-ответ. Я вас всех люблю, целую. Пишите в комментарии свои вопросики для следующих видосов. Всем пока.